Налоговые льготы, снижение ставок по ипотеке и компенсация части долга по жилищным кредитам. Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент Путин особое внимание уделил доступности недвижимости в стране. Так, например, он предложил освободить многодетные семьи от налога на землю до 6 соток и снизить размер налога на недвижимость. Напомнил правительство о необходимости снизить ставки по ипотеке до 8% и ниже. А семьям с тремя и более детьми и вовсе могут компенсировать часть долга по ипотечному кредиту. Владимир Путин заявил, что государство может позволить себе выделить таким семьям по 450 тысяч рублей.